Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про топ самых дорогих вейпов, которые когда-либо существовали на нашей земле. Пятое место в нашем топе занимает Victorian от Amber Mods, цена его $1000. Это эксклюзивное изделие, которое выпускается в очень ограниченном количестве. Корпус выполнен из серебра 925 пробы. На каждый девайс уходит около 185 грамм серебра. Кнопка выполнена из натурального балтийского янтаря. Работает все при помощи аккумулятора 26650. На четвертом месте располагается вейп от Amber's Mod под названием Dropbox DNA40. Стоимость $1200. Корпус мода выполнен из стабилизированного дерева, металла и янтаря. Внутри мода установлена плата DNA, которая является лучшей платой в вейпинге. Основная фишка этого устройства – это уникальность. Двух одинаковых модов вы никогда не увидите. Середину нашего топа занимает очень необычный мод от французских мастеров – Revolt от FeeMods. Цена примерно $2000. Название мода говорит само за себя. Выполнен он в стилистике револьверов 19 века. Все вейпы изготавливаются вручную из металла и дерева. Устройство работает от аккумулятора 18350, а кнопкой мода служит самый настоящий курок. Второе место занимает не мод, а какой-то кастет с бриллиантами. Вейп создавали компания Double Barrel Diamond совместно с ювелиром из компании Saint Jewels. Стоимость этого вейпа всего $100 000. Устройство представляет из себя кейс с двумя вейпами, но на самом деле вейп не главное в этом комплекте, вся стоимость уходит на его кейс. Для его производства используется 189 грамм золота и более 3000 бриллиантов. Ну и первое место нашего топа занимает вейп, который не имеет аналогов в мире. Шиша Stick Sophia, $890 000. Функционал егошки самый простой, а вот экстерьер мода заставит удивиться любого человека. Мод украшен 246 бриллиантами, 46 кристаллами Сваровски, и всю эту картину завершает один огромный бриллиант в 6 карат. Кнопка Fire и сам мод выполнены из золота. Да, возможно, в наш топ попали не все девайсы, но вы можете написать про них в комментарии, и мы это обсудим. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай, и до встречи на нашем канале. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.